В Дагестане продолжается реализация программы «Профсоюз работников здравоохранения «Забота». Она реализуется в целях оказания материальной помощи медицинским работникам, пенсионерам и ветеранам труда. Так, руководитель профсоюза работников здравоохранения Зумруд Бучаева навестила заслуженного врача Дагестана Галину Абдулкеримову. Большую часть жизни женщина посвятила медицине и спасению других. Подробнее Зумруд Гамидова. Вся трудовая деятельность Галины Николаевны связана с медициной. За несколько лет она прошла путь от рядового врача-педиатра до заместителя главного врача Каспийского лечебного объединения по детству, где проработала 35 лет. Галина Николаевна – трудолюбивый медик, умелый организатор. Ее высокий профессионализм был не раз отмечен наградами от Министерства здравоохранения России и Дагестана. Это вот я была награждена Дагестанской автономной социалистической республикой почетной грамотой. Для того, чтобы в дагестанских семьях было материнское счастье, своей профессии она отдала всю жизнь. В 1961 году Галина Николаевна окончила Томский медицинский институт, а через 6 лет приехала в нашу республику, уже будучи замужем за дагестанцем. Работала заведующая детским отделением, а уже с 1969 года назначена заместителем главврача по детству Каспийской центральной городской больницы и проработала на этой должности 35 лет. Женщина вспоминает, что тогда она застала нелегкие времена, врачей не хватало. Работы было много, была большая смертность, и понимаете, у нас было много. Мы кутаны все обслуживали. Галина Николаевна воспитала сына, который пошел по ее стопам, стал врачом-реаниматологом. Сегодня большая часть педиатров Каспийские – ее ученики. Всю свою профессиональную жизнь она посвятила совершенствованию оказания помощи детям. Женщина считает, что молодежи следует учиться, осваивать новые направления в медицине и, главное, налаживать взаимоотношения с людьми. Я хочу пожелать настоящему поколению медицинских работников и врачам, и медицинским сестрам, и вообще всем, кто связан с медициной, быть профессиональными, хорошими своего дела. И самое главное, быть добрыми, отзывчивыми, быть чисто относиться к своим больным по-человечески. Зумруд Бучаева поблагодарила Галину Николаевну за неоценимый вклад в развитие дагестанской медицины и вручила ей почетную грамоту и памятные подарки. Она напомнила, что ветераны медслужбы не должны оставаться без внимания. Именно для этого профсоюзом Дагестана была разработана программа «Забота». Программа «Забота» профсоюза работников здравоохранения Республики Дагестан разработана в целях оказания внимания нашим ветеранам, ветеранам медицинским работникам, тем, которые посвятили всю свою жизнь оказанию, делу оказания помощи и сохранению здоровья населения нашей республики. Сегодня героиня нашей программы Абдулкеримова Галина Николаевна, 35 лет, которая проработала в системе дагестанского здравоохранения и сегодня находится в добром здравии и полна желания передать весь свой опыт нашим молодым, нашей молодой медицинской общественности. Для нескольких поколений работников здравоохранения Галина Николаевна была не только руководителем, но и добрым, мудрым наставником и остается по сей день образцом профессионализма, человечности и порядочности. Зумруд Гамидова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Каспийск.